Всем привет, друзья, вы на канале RimPlay. Мы продолжаем играть в Neverwinter. Сейчас возьмем свипки ключик, откроем ящичек, посмотрим, что нам вылетит. Желательно мы чем-нибудь хорошенько. Ну или хотя бы взять, купить пушки. Так, у нас сейчас кольцо ужаса опять, да, получается, да. Забрать предметы, ну нет там никакого подарочка для нас. Ну вдруг, мало ли. Нет, тут ни хрена нет ничего. Так, берем свитки. Открываем сундучок, надеемся на плюшечки. Но вылетело такое себе, конечно. Не огни. Так, что у нас за пушки? 975-го, да? А за слитки что можно взять? Ой, никакой бини-блот. Так, это 850-й, да? Если расстояние от вас и вашей цели будет доступно, оборона зарастает на пене. Не-не, нам это не подходит, это говнище. Так, ну погнали, сейчас пройдем кольцо ужаса и еще какую-нибудь начнем компашку. Новый день. Давай, Нокс. Давай, сержант Нокс, пришел новый день. В Балиндре конец! Клянусь, рад тебя видеть. У нас много дел. О, красные волшебники. Кольцо ужаса в основном защищает нежить. Дьяволы, воины-рабы и все, до чего тейцы дотянулись. Но главная угроза — это красные волшебники во главе войск. Это красные волшебники скрепляют часть тейской боевой машины. Чтобы победить, нужно сломать хребет защитникам Кольца Ужаса, уничтожить красных волшебников. Отыщи и убей их как можно больше. Но будь начеку. Красные волшебники опасны, противники. Так, это у нас еженедельное задание — выбрать логово. Я знаю, что у тебя на сердце. Горн Смерти. Горн Смерти. Это адская лаборатория. Из нее выходят полчища нежити. Ведет их некромантка-полуорк по прозвищу Челюсть. Этому нет конца. Проникни в Горн Смерти. Уничтожь их запасы трупов и убей проклятую Челюсть. Понятно. У этих что у нас за квесты? Красные волшебники долго трудились. Опасайся Рата Мадара. Он не так гнусен, как Валиндра или Застам, но это еще ни о чем не говорит. Тейцы не думали, что кто-то сможет пробраться сквозь стены Кольца Ужаса. Поэтому изнутри кольцо почти не укреплено, и их склады припасов почти без охраны. Иллюзионисты в Андервинге хранят свои припасы в неглубоких пещерах и прячут за простенькими иллюзорными стенами. Рядом с такими стенами есть факелы. Дотронешься — стена исчезнет. Отправляйся туда и уничтожь тейские припасы. Окей, как скажешь. Так, а у кого еще есть квест? А, у Селест. У Серди бдительность и упорство — вот путь к победе. Красные волшебники призвали из глубин преисподней могущественного дьявола. Опять этот дьявол тварь зовется Созодиэль. Он насылает на нас ужасные беды. За рваными ямами. Это мы уже в прошлой серии. Есть круг призыва Созодиэля. Слышали ее. Если набрать достаточно ритуальных компонентов, ты сможешь призвать его. А когда он тут воплотится... Не думала, что буду сражаться вместе с красными волшебниками. Даже с изгоями. Вот времена. К
счастью, не все то нежить, что в кольце ужаса. Зомби не спят, не едят, не боятся. Их нелегко прикончить и невозможно остановить, пока они двигаются. Но это все. Охрана магического оружия арсенала — дело тонкое. Неуклюжим мертвякам Тейцы его не поручат. Им нужны те, кто умеет жить, дышать и думать. Останови тейских прислужников в этой области. Это те самые, живущие, дышащие и думающие. Мы должны помешать им и выиграть время. Магическое оружие опасно. За ним нужно присматривать. Без этих прислужников оружие нельзя будет использовать против нас. Так, все, погнали. Там брали квестиков тут всяких. И вызыватели иллюзионистов. Это где, тут, что ли? Ага, вон там тоже какой-то чекашник. Дрючит их. Красные волшебники. Бьем волшебников. Выбираем. Нам надо три у нас. Один. Бьем. Пиздим их. Так, и еще один нам надо. Чтобы вызвать демона Сергея. Вот они здесь. Красных волшебников. Окей, убили. Пойдем демона призовем. Они все будут повторяться одно и то же. Убей демона, это собери ед, 5/10. Но делать по-любому надо. Потому что нам нужны дары. Так, нет, я хотел по заданию. Так. Давай, активируйся, вернись к Целесте. Ну нафиг мне Целеста-то. Волшебники, вот. Что это такое? Я думаю, я позастарял уже. Заверши героические встречи. Зачем они мне нужны? Я же выполнил задание. Че, игра, виснешь? И куда ты меня ведешь? Рассей иллюзий стен. Погнали, посмотрим, что за иллюзии стен там. Ну, по компаниям этих квесты как были. Так они и есть. Так, и где иллюзии стен каких? Россия, иллюзии стен. Ведь только. Да нет. А, вот они. Все, понял. Ну, около факелов, короче. Хоть, да, вот они. Да, один, надо четыре, да? Ну, бронька какая-то выпала. Забытые мантии. Так, мне нужны
Такие здоровые факелы, вон они. Большие факелы где есть? Не вижу. Не вижу, блядь, ни одного факела. Где они, большие факела? А, вот нашел. Еще один надо. Еще один найди, еще вон все вижу. Вижу, вижу, блядь. Так, все, да, получается? Давай глянем. Так, что у нас? Это у нас выполнено, выполнено, выполнено. Горн смерти, кольцо ужас, охотники, убийство. Убийство служителей арсенала. Что за служители такие? А, где-то там, да. Ну, погнали, за ними убьем. Служители, где их тут наебать, если не секрет. Ага. Это на самом первой локации, короче, да? Служители. А что за служитель? Вижу, вижу. А, обычные молнии. 9-1. Нормально, да? Удалось нам только горн смерти пройти. Ну и герой кислоты. Ну, геройки не обязательно, но желательно. Пойдем в горн смерти сходим. А, он тут рядом еще, кстати, хорошо. Погнали, погнали. Сейчас опять их всех в одну кучу собираем, долбим, собираем, долбим. Чтобы с каждым не податься, да? А нет, закрытые двери не получится. Я тебя так убью. Затыкаю чисто. Чего ты? Давай, открывай. Погнали. Уничтожьте некромантические ингредиенты. Нахер, сволочь.
уничтожим. Давай первый. Их надо 5, да? Второй. Третий. Давай сюда жало засунем. Четвертый. И пятый. Все. Я уничтожу. Да не нужны мне эти обычные бомжи. Вот тут какой челик. Бедняга. Бродяга. Ты свободен, а я тут нифига не свободен. Мне надо вообще квест пройти. Бомжи, бомжи. Ну нет, ты нихуя не свободен. Так, идемте, идемте, идемте. Идемте все в одну кучу. Я вас вдрючу. Одному никого не будет трогать. Вот здесь давай. Давай, давай, иди сюда. Осушка. Давай, давай, давай. Бьемся, бьемся. Не ложись, а нас ведь. На, ты сука. Все, да? Да, все. Огонь, молимся. Сразу молимся, прям сразу. Чтоб сейчас отчекрыжили челюсть, она называется, да? Сейчас мы ее отчекрыжим. Ой, хорошо, мама, хорошо. Ну это как-то даже слишком легко, мне кажется, да? Легко, легко. Все. Ну это я не могу открыть, да там и нет ничего полезного. Все, пойдем к Ноксу сдаваться. И пойдем в другую компанию с вами какой-нибудь, что посмотрим. Две компании вот выберем и их пока будем делать. Ну, пока все дары, соответственно, не возьмем. Потому что есть очень много компаний, сразу времени не будет хватать. Это, ну, за час ни хрена не будем ничего успевать. Тут с этой, тут вроде только начал, ну, уже время сколько прошло. Так, все, я все выполнил. Опасайся Рата Мадара. Отлично. Вот так-то и надо бить тейцев. В их слабые места. Так, есть Селестис сдать. Бить могущественного демона. Усердие бдить. Ну что, Сазогиль мертв? Да. Ну, одно и то же слушать не будем. Но они тут все повторяются, потому что... Я считаю, это бессмысленно, но тоже лучше будем сразу. Не думала, что... Отлично. Скип просто вот так и все. Первый раз мы послушали, а остальное все одно и то же. В Алиндре конь... Эти красные твари своим же братьям несут не меньше страданий, чем врагам. И даже не чешутся. Если еще остался кто-то из тейцев, кто просто хочет мира, то не повезло бедолагам. Что у нас сегодня происходит? Сегодня мы сосредоточимся на сражении с тейцами. Мы ударим по их солдатам, их оружию, их тайнам. Если сегодня нам улыбнется удача, мы сильно продвинемся вперед. Окей. Так, по сути, здесь все. У меня только осталось геройки.
Где у нас оно, кольцо ужаса? Направь мою руку, Силун. Помоги спасти верного. Либо мы победим, либо станем рабами. Делаем, делаем опять тихонечку. Нам надо еще два дара взять и все. И прям, ну, уже насрать будет на это кольцо ужаса. Мне нужны, по сути, только, ну, одни дары, больше мне нахрен ничего не надо. Только дары, только дары. Сейчас еще один дар возьмем, круто. Здесь мы и стоим насмерть. Да, ну, правда, что ли? Вот еще один дар. Техника тайских мастеров. Ну, еще немножко осталось. Давай еще сделаем. 20 этих нет, да? Нету тайских шифров. Так, давайте мне мой дар. Беру я его на могучку, соответственно. Дает 0,2 могучки параметров. Мы ДДшки, для нас могучка самая важная. Кстати, ну до хрена обработки поди. А, самоцвет, смотри, сколько он. А это что за экипировка, уровень какого? Либо мы победим, либо станем рабами Тея. 1100, нормально. Уровень экипировочки нехиленький. Ну-ка, давай, 87 000, огонь. Так, это что нам подает? Знаки. Скидку дали какую-то еще, скидку. Посмотрим, что за скидки. Я там скидок сколько надавали. Так, временное ограничение доступа на любой предмет. Раз. Потом скидка. Временное ограничение доступа на любой предмет. 25% на любого спутника. О, у меня 70 есть, может, что купим? На любой предмет и на спутник у нас скидка. Не, они все дорогие. Сумка статуи лорда. Три памятные фигуры. Нахрен усрались. Так, мне бы взять вот отвязка предметов, один бы взять. Наборы. Компания. Блин, и все компании можно завершить, да, смотри. Все есть. Только покупаю. Услуги. 10 жетонов снять привязки. 80. Ну, там не 10, там до хрена их надо. Десятью там не отделаешься точно. Либо мы победим, либо станем рабами. Давай откроем это. Ну, продадим хотя бы еще чем. Что на нас так будет валяться? Любой прям берем до фонаря, там какой бы ни был, они все равно мелкого уровня. Так, продать нельзя, можно обработать, значит. Сейчас мы ее закинем. Либо мы победим, либо станем рабами Тея. Нокс-то уже задрал там, пиздеть.
Так, все. Ну это охотник на демонов. Так, погнали в протекторат. Или куда там нам еще надо? А, кстати, может, куда мы сходим? Случайная очередь на испытание. АБшку зарабатывать. Так, куда нам еще надо? Мост спящего дракона. А, за артефактом пойдем, сходим. За артефактом чернокнижника. Сходим, заберем, он будет доступен всем. Ну, кстати, ну, по параметрам вроде неплохой там могучка. Шанс крита, крит урон вроде. Да, надо сейчас глянуть, просто посмотреть. Но могучка точно есть, это уже хорошо. Для ДДшника ну, это могучка, это топ. Так, главный, вот, давай сейчас посмотрим. Блин, где тут они? Вот, артефакт, класс. Печать плута, паладина, печать барда. Вот она, могучка, уклонение, восстановление здоровья, общий рейтинг. Могучка, ну, уклонение, конечно, такое себе, могучка нормальная. Пойдем пусть. Спасибо за доверие. Сразу скажу, что мне не нравится эта затея. Но Неверэмбер уверен, что склеп недостаточно надежное хранилище для артефакта. Возможно, он знает больше нашего. Лорд Протектор сообщил, что возле ворот дежурит один из его агентов. Давай его послушаем. Кто бы ты ни был, он не из гвардии. Нужно быть готовыми ко всему. Удачи. И да помогут тебе боги. Сейчас отпиздим мне сы. Все, что мне удалось сделать, это разделить информацию о том, как открыть тайный ход на две части. Эти части попали к двум главарям Дроу. Им не составит труда сопоставить свои данные. Чтобы открыть проход, нужно в определенной последовательности прикоснуться к рунам, вырезанным на изваяниях у входа. Раздобудь две зашифрованные подсказки. В них описано все, что нужно для проникновения в склеп девятки. Ой, блин, не на то нажал. Погнали, погнали, отчекрыжим этих. Так, давайте это все в одну кучу опять собирайтесь. Я вас вздрючу. Нифига, что-то они какие-то жесткие, да? А так и убить можно. Да, наконец. Пучки грёбаные. Так. Не, ну жесткие все равно они такие. То еще агресс. Поцелуйте мой за дружно. Половину врагов пропустил, нормально. Ну а эти вот сагрались. Из них никак. Жесткий, жесткий чел. Давай, давай, умирай. Умирай. За госпожу! А, еще гребаный паучих. На тебе, забрать. Пойдем, давай. Давай. На тебе, сволочь. Так, все, да? Да. Очистили. Где тут взять надо? А, вот он.
вообще столько. Погнали в склеп девятки. Отпиздим там всех. Отпиздим всех. Так, этих чё, мы это в одну кучу будем, да, собирать? Ну, давай попробуем это. Но они мощные, нет? Да вроде такие более-менее. Ну, дамаж нормально так по мне. Ну, давай. Похилься. Ну, я даже не знаю. Как у вас тут бомжи? Зелька тихонько заканчивается, надо будет заново покупать. Ловушки сработали. А, это гребаный ловец. Да вы что делаете-то? Разильщик. Блин, меня ловцы эти достали. Ебать, их в это попал. Там на сухо. Не надо. Иди в пизду, ловец гребаный. Ебать, почти умер. Жесткий они. Блин, надо все пушки где-то брать. Давай, отхилимся, давай. Чужаки, побежал. Ты куда, сука, пошел? Я не дам чужаки, я никого не видел. Сюрприз опять хилимся. Сейчас его пройдем, это склеп девятки, на этом и завершим. Вот у нас такой это. Ну вот такой вот. Вот такой вот миниатюрный видосик. А то, ну, слишком длинное видео, плохо. Их никто почти не смотрит, потому что много времени. А минут по 40, по 50. Хорошие видосики получаются. Блин, опять это два ловца, ебаться. Один ушел, один остался, да? Нахер мою короночку. И
определимся. Погнали. Ну, может, начнем другую компанию какую-нибудь. Придем хотя бы туда, там дальше. Так, погнали. Чего тут, бутырок? О, нифига, я проклятие, да, мне вообще. Ну надо, сука. Надя, кажется. Умри жестокой смертью, да? Все, мы победили, мы герои. Забираем артефакт, и все, нам будет для всей учетки доступен. Классовый артефакт чернокнижника. Где я? Ой, кольцо уж протекторат. Так, что у нас кольцо ужаса и какую еще начать кампанию? Послабжит, который. Ледяной пик, мощный ветер. Долина ледяного ветра. Осторожнее в лесу, путник. Приветствую. Мне только что дало... Нападение в сумерках. Это я знаю, там будет артефакт потом. Волдолгрим. Беспокойные времена. Вперлся не то и беспокойные времена. Скреп 9. Надо отдать арт. Беспокойные времена. Усрались они. Эти беспокойные времена. Приветствую. Тебе удалось уцелеть. Сержант Нокс доложил, что дроу, которые хотели разграбить склеп, были успокоены. Полагаю, сундук у тебя. Позволь, я открою его особым городским ключом. Вот он. Чудесный артефакт. Возьми и храни его. Город Невервинтер в долгу перед тобой, и мы все тебе благодарны. Поздравляю! Успешно выполнив это задание, ты открываешь возможность получить в награду артефакт для каждого из персонажей на этой учетной записи. Другие персонажи смогут получить свой артефакт у агента по наградам протекторате, достигнув 5 уровня. Так, чтобы депич склапнуть, да? Ну-ка, если этот на редкого, например. Могушку уклонения. Ну, конечно, такие у меня есть хорошие артефакты, но они у Берсов. Их надо как-то оттуда забрать. Опа, а тут что? Грани драконов. Драконий источник. Ого, пойдем туда сходим. Культ дракона и тейца объединили силы вместе, называемым Драконий источник. В нескольких сотнях миль к юго-востоку отсюда. Их армия уже разграбила несколько деревень. И наша разведка предполагает, что впереди нас ждут мрачные дни. Проще говоря, Северин планирует провести ритуал, чтобы призвать богиню драконов Тиамат из 9 кругов ада. В ответ на эту угрозу великий волшебник Эльминстер срочно зовет всех доступных странников. Умоляю тебя, отправляйся в Драконий Источник и встреться с чародеем. На карту поставлена судьба всего нашего мира. Драконий Источник. Так, а чё компания у нас? Мастерская, понятно, пока не беспокойные времена. Это про Доротея Линклетта. Дом в беде. В таинственном деле. Давай вот это начнем.
попробуем хотя бы. Это там с этими. С вампирами там. Граф Дракула вроде. Что-то про него. Есть, как говорится. Я все помню. Ну там они жесткие. Я не знаю, сейчас это затащим, нет. Сейчас посмотрим. Ну хотя сейчас вышел новый драконий источник, вот этот. Их, может, маленечко пофиксили. Сейчас как раз вот до Боровии дойдем. На этом завершим. Вон, черный дыр. Крепость гильдии, типа. Только переделан под другое. Пойдем к княжне, или как она? Царица. Подойдите ближе. Выслушайте. Пошел откуда. Вот они, великие умы Невервинтера сидят. Мой призыв о помощи услышали даже в Невервинтере? Хоть какое-то облегчение, что есть еще те, кто может откликнуться на мою просьбу. Мои люди покидают Валенхас, и я их не виню. Еще и 3 дня не прошло со смерти отца, как в небе появилась порча. Мои придворные волшебники не смогли опознать, какая именно, но уверяют меня, что это опасно. Спасибо. Должен признать, хотя это положение принадлежит мне по праву рождения, я не готов к нему в полной мере. Оно больше подходило моему брату, но он оставил нас давным-давно. Я прошу прощения, что не могу дать тебе указания в этом деле, но, как я понимаю, странники вроде тебя умеют решать разные проблемы. Прошу тебя, поспеши докопаться до сути. Валенхас будет перед тобой в долгу. Если ты истинный наследник, иди сам и разбирайся. Я что ли буду за тебя все решать-то? Как обычно, герой толкает в задницу. Этрин Сай к твоим услугам. Значит, ты будешь сражаться на нашей стороне. Я не позволю тебе полагаться в испытаниях на волю случая. Один паладин, отличающийся благородным происхождением и сомнительными решениями, знает гораздо больше меня и может помочь нам спасти поместье. Он делает, что может для сохранения Валенхаса. Мы отправимся в Хелмову обитель. Мой друг живет сейчас там. Не беспокойся, мы скоро встретимся. На вид ты боец способный, так что не бойся предстоящей битвы. Как будешь наготове, отправимся в путь. Но не мешкай. Полагаю, у нас не так много времени, я хотел сказать. Я раньше там вроде была это, как она. Не наследник, а наследница была. Сейчас уже маленечко изменили. Хелмова обитель, чем тут забыли? Похоже, у нас тут довольно хаотичный бой. Он будет здесь. Этот воин проложил себе. Ой, опять этих бомжей убил. Ощутите силу 9 кругов ад! Что-то надо делать. Войти в ворота. Дальше бить бомжей. Нифига вы накачанный. Похотливый такой ровный тролль. Тролли. Так, ну ведь я не трогаю мимо.
она, это бард, что ли, получается, да? Пробейтесь к церкви, пробейте. Эдриан, я не ожидал увидеть тебя здесь. Ну, хоть один кто-то. Некогда болтать. Двигаемся дальше. Умеет сражаться. Эдрику. А, Эд убить. Сейчас. Все, уже. Ну это тут делать. Смотрите адское устройство. Я не знаю, это что, Борови так, ну, заново начинается? Или это вообще какую-то левую хрень делаю, не знаю. Борови вроде там... Идешь как к вампирам, а тут в Хелму обитель куда-то ушел. Че вообще делают тут херды? Это шкатулка-ключ к секретам моего отца. Надеюсь, еще есть время, чтобы все исправить. Ах, да, насчет этого. Да, забыла сказать об этом раньше. В небе появилось темное знамение. Это что-нибудь значит? Отец. Как удобно. Нам нужно уходить. Сейчас! Я думал, я начинаю Боровью, а тут какая-то хрень. Или это... Оно так начинается в новом образе. Валенхас! Ох! Непонятно. Исчезла. Блин, музон четкий вообще, да? Нам нужно отправиться в Эвернайт. Я знаю там кое-кого, кто может Я нам хочу помочь. Попросить об услуге. Валенхас что, умер, что ли, или что? Опять держимся рядом в этом темном месте. И что мне тут делать? Не по очереди, что для всех меня нападать, короче. Больно бьют козлы. Опаньки. Бери давай. Валенхас, найти информацию Эдрика. Эдвард Каллен, как там, Седрик. Давай, все ладно, включим. Почти час будет. Я рассчитывал минут 50, чтобы длинные не записывать. Где этот Эдрик или Седрик, кто там?
Макс опять здесь. Душу высосал. Элрик, рад видеть тебя снова. Хотя твоя нынешняя компания стала для меня сюрпризом. Нам нужно попасть в Авернус. Твоя магия может доставить нас туда. Я прошу об услуге. Так уж получилось, что у меня есть свои причины попасть в Авернус. Я охотно возьму тебя с собой. А теперь иди сюда. Я начну читать заклинания. Ни хрена не Боровью, походу, да? Вален Хас. Что за Вален Хас? Ни хрена не помню такой компании. А, это там какие-то машины вроде, что-то типа того, да? Дом в беде. А ну-ка, давай глянем сейчас. Валенхас, что это такое? Истребитель путь павших. Шарандар, Громолдалина. Громлечат. Вот, я хотел вот сюда идти. А, вот и ты, наконец. У меня для тебя... А я пошел не сюда, ну бог с ним, что ж я сделал. Буду признателен за любую помощь. Опять ты здесь. Мои молитвы услышаны, и брат вернулся ко мне. Видимо, только такие события могли сподвигнуть нас воссоединиться. Мы сделали все возможное для поддержания порядка и защиты крепости. Пожалуйста, поговори с моими советниками. Явно еще многое предстоит сделать. Что-то еще? Спуск в Авернус. Что ж, спуск, времени мало, а сделать нужно много. А чё, я ничего не могу взять? Призыв от Иллин Брюс. У протектората есть срочная необходимость в твоих услугах. Ильяша Гейдингстар, посланница Иллин Брюин из Шарандара, лично просила о тебе. Мне это показалось важным, а потому лучше не заставлять ее ждать. Чё-то я не пойму. Так, ну мне походу рано, да, сюда? А не потому, что никто не хочет мне давать квест. Ну вот, даже... А, друг в беде, о. Хорошо, что ты здесь. Хотя мы многое пережили, я все еще вижу свет надежды на горизонте. Кое-кто желает поговорить с нами, но надо быть осторожнее. Им нужна наша помощь, а мы можем, в свою очередь, попытаться найти способ спасти Валенхаса от его проклятой сделки. Что-то еще? Да, призыв или как говорить с этой. Он будет на стриме, это, ну, я попроходить тут. Потому что очень много всего, до хрена. А времени на это... Ни пизды нету. Так, ну, поговорить с этой дурой, да? Ну, в Шарандар это мне точно рано. Ну, эта компания там, ну, уже мощная. Есть только старый какой-нибудь. Шарандар, но не новый, который сейчас вот будет. Рада поговорить с тобой, странник. Приятно видеть тебя. Я вижу, до тебя дошли вести от Макоса. Есть минутка?
Я хотела бы обсудить с тобой одно. Чем еще я могу помочь? Возвращение в Шарандар. Фейвальд относительно мирно со времен падения Малабога. Ильин Брюин процветает. А наш маленький в прошлом плацдарм в Новом Шарандаре становится большой деревней, которую Эладрина зовут домом. Однако не все так хорошо. Разведчики, возвращающиеся из Фейвальда, сообщают о каком-то тревожном присутствии. А воды Нового Шарандара помутнели. Мы не знаем почему, но неотесанные существа вроде троллей и красноголовых вернулись в руины Малабога. Их число снова растет. Это срочное дело, так как мы недавно утратили связь с Элин Брюин из Нового Шарандара. Любой, кто пытается отправиться к магическому проходу, не возвращается. Мы считаем, что для того, чтобы путешествие было безопасным, необходим кто-то равный тебе по силе. Твой опыт показал, что ты сможешь выжить в великих испытаниях. Поэтому мы верим, что ты сможешь снова соединить магический проход. Что скажешь? Можем ли мы рассчитывать на то, что ты поможешь нам в этот час великой нужды? Они тут, ну, до хрена разговаривают вообще. Твоя помощь очень важна. Да, давай используем для общения камень распоряжений. Тут это целую Библию. Пиздят. Как бы успокоиться. Так, где тут наши скакуны-то мощные такие? Блин, до хрена всего. Вон, там какой-то осел с квестом. Много-много всего. Все компании сразу не сделаешь, блин, до хрена. А ну-ка. Так, давай сейчас фоткнемся. Вон, ну, куда я залез. Опа, речь камень, нормально так. Так, давай вот так вот сейчас отчекрыжимся, да? Вот, шкардос. Так. На этом и закончим, давайте. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, не забывайте про колокольчик. Я с вами прощаюсь, до новых видео, всем до встречи, всем пока.